Что вы делаете, когда у вас рыбная кость застряла в горле? Неудобная проблема, которая часто возникает при употреблении рыбы. И хотя в принципе это не серьезно, проглатывание кости может потребовать медицинской помощи. Пресноводной рыбе, таких как форель или окунь, легче замаскировать кости, и не осознавая этого, мы глотаем их, и порой они застревают в горле или деснах. Не стоит недооценивать эту проблему, потому что если кость застревает, это может нанести серьезный ущерб в области горла. Как же удалить кость, застрявшую в горле? Мы можем прибегнуть к домашним средствам, чтобы удалить кость из горла, но нужно быть осторожными и вызвать врача как можно скорее, если мы заметим, что кость большая или находится очень глубоко. Полоскание соленой водой. Во-первых, нужно пить воду для очистки горла, а затем мы можем попытаться полоскать горло теплой водой с небольшим количеством соли и лимонного сока, чтобы предотвратить возможные местные инфекции. Ешьте хлебную корочку. Это одно из самых известных домашних средств. Нужно хорошо жевать хлеб, прежде чем глотнуть его. Перед этим выпейте стакан воды. Полоскание прополисом. Естественное средство, если мы заметили воспаление. Это полоскание прополисом в течение нескольких минут с антибиотиком и противовоспалительным эффектом. Ешьте орехи. В качестве альтернативы, чтобы попытаться удалить кость, застрявшую в горле, нужно съесть горсть орехов. Выпейте стакан воды, чтобы лучше глотать. Очень важно помнить, что в случае каких-либо сомнений или признаков удушья, следует немедленно обратиться к врачу. Поделитесь этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.